В 2020 году в октябре месяце школе искусств исполнилось 45 лет. Прошли торжественные мероприятия, и мы решили продолжить юбилейный сезон данного мероприятия. И сегодня одна очередная выставка, одно очередное мероприятие – это представляется у нас художественное отделение нашей школы. Здесь жители города увидят работы с детей, взрослых, разных выпускников, разных поколений. Мы выбрали интересные, лучшие работы. И здесь им хотим представить, чтобы жители посмотрели, чему учатся, как учатся, и чем владеют наши обучающиеся и воспитанники нашей школы. Но самое главное, я хотела бы сказать о том, что наш юбилейный сезон закончится грандиозным концертом в Красноярской филармонии в малом концертном зале. Там будут играть, представлять себя выпускники разных выпусков. С ними будут играть артисты Красноярска, известные артисты, такие как Василий Кобзарев, Светлана Забоева. И дети наши будут выступать на краевой сцене со знаменитыми, интересными людьми. Я всех приглашаю.